Владимир Колокольцев принял участие в 37-й конференции «АСЕАН-АПОЛ», которая проходила в Сингапуре. Глава российского ведомства выступил на пленарном заседании, где высоко оценил развитие сотрудничества с правоохранительными органами государств, членов АСЕАН по различным направлениям борьбы с преступностью и заявил о готовности к проведению скоординированных оперативных мероприятий по противодействию терроризму и наркогруппировкам. Отмечаем активное использование новых технических возможностей для развития наркобизнеса. Криптовалюты и современные электронные платежные системы применяются для сокрытия и легализации преступных доходов, а также финансирования террористической деятельности. В этой связи все более актуальной становится задача по совершенствованию сотрудничества компетентных органов для предупреждения применения инновационных ресурсов в криминальных целях. Также глава МВД России выразил уверенность в том, что конструктивный и открытый диалог между полицейскими органами России и стран АСЕАН – залог стабильности и безопасности в Юго-Восточной Азии. В рамках конференции Владимир Колокольцев провел встречу с министром внутренних дел, министром юстиции Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом, на которой стороны обсудили актуальные и перспективные направления взаимодействия правоохранителей двух стран. МВД России получила статус диалогового партнера АСЕАН-АПОЛ в 2014 году. С тех пор делегация ведомства принимает участие в ежегодных конференциях данной организации.